я поняла, что для меня рождение ребенка было намного проще, чем рождение альбома. Я поняла, что мне дается альбом очень тяжело, потому как я большое количество времени нахожусь на гастролях и находиться в студии, и с утра до ночи писать его, для меня это было крайне сложно. Привезли очень много света из-за границы, потому что, к сожалению, не нашли то количество световых приборов, которое было нам необходимо, на теле в первую очередь необходимо для нашего шоу. И, как говорят люди, сегодня мы сделали один из лучших звуков во дворце спорта, потому что это тяжелая площадка, это хоккейное поле бывшее, поэтому здесь звук гуляет, и сделать его хорошим и читабельным крайне сложно, но нам это удалось. Димочка мой давний друг, и я считаю, что с него началась мой такой творческий путь, и моя сольная карьера такая уже достаточно масштабная. И песня «40 градусов», она была культовой песней в моей карьере. И мы очень хорошо общаемся, и Дима написал песню под названием «Жарко». Мы решили делать дуэт, потому что нам показалось, что это будет органично. Больше я не твои мечтания, не любовь, поле расстояния. Больше ты не моя подруга, мне пора. Будет вечер с юга, Сент-Робер. Убегаю, Бангавина.